Если хотите легко и без побочных эффектов расстаться с лишними килограммами, полынь в помощь. Горькая травка животу поправка. И сама душистая, и выметит все чисто. Эти стихи народ сложил о полыни горькой. Обладает множеством лечебных свойств. Применяется как мочегонное, желчегонное, антисептическое и глистогонное средство. Улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и перистальтику кишечника, таким образом способствуя снижению веса. Рецепт чая для похудения. 1 столовую ложку полыни заварить в 1 стакане кипятка, настоять 20 минут. Пить по 1/4 стакана 3-4 раза в день, за полчаса до еды. Благодаря полынному чаю можно легко сбросить от 2 до 4 кило в неделю, а заодно очистить организм от токсинов и вывести глистов. Полынь горькую в народе величают «трава над травами». Она лечит многие болезни пищеварительной системы, повышает иммунитет, помогает от бессонницы, улучшает женскую репродуктивную функцию. Но есть у полыни горькой и особое свойство. Тем, кто давно и прочно дружит с зеленым змеем, она поможет расстаться с вредной привычкой. Для лечебного настоя от алкоголизма, кроме полыни, нам понадобится и чабрец. Возьмите 1 столовую ложку полыни и 4 столовых ложки чабреца. Смешайте. 1 столовую ложку сбора залейте стаканом горячей воды. Настаиваем 12 часов. Лучше сделать это в термосе. Пить настой по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Вкус у этого настоя довольно горький, но он очень быстро и эффективно отбивает тягу к спиртному. Если пить его регулярно, то через 2-3 недели алкогольная зависимость начинает проходить. Но надеяться лишь на полынь и другие чудодейственные травы недостаточно. Главное, чтобы вы сами хотели изменить свою жизнь к лучшему. Если информация была для вас полезна, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Доброго вам здоровья! Ваша Травинка!